Мэр города Юрий Шалабаев встречался сегодня с чрезвычайным и полномочным послом Республики Бенин в России. Нижний Новгород, возможно, установит побратимские отношения с одним из африканских городов. Моя задача, цель – это укрепление отношений между Бенин и Россией. И я захочу, чтобы через мою должность соединить наши страны, наши несколько городов с Нижним Новгород, чтобы на разные области, область образования, область культуры и область сельского хозяйства. В Нижнем Новгороде сейчас 20 городов-побратимов и 5 городов-партнеров. Мы уделяем это особое внимание. На африканском континенте у нас партнеров пока нет. И вот господин посол выразил в этом искреннюю заинтересованность. Мы, конечно, уделяем особое внимание международному сотрудничеству на уровне городов в рамках в сфере культуры, образования, искусства, физической культуры и, конечно, экономики и бизнеса. Договорились о том, что продолжим контакты.